Всем привет! Вот мои наконец-то долгожданные лампы купленные. Так, вот одну я достала. Сейчас я вам покажу, как я ее буду крепить. Ну, примерно как я буду. Не сейчас, конечно, я буду их прикреплять, а как бы они смотрелись. Так, ну вот сюда я хочу их. Так, по центру. Полка у меня, конечно, немножечко больше, но это не страшно. Тут она, наверное, сантиметров на 5 с двух сторон. Сама полка длиннее. Вот так они будут. Я даже не знаю, сейчас мой муж, когда сосредоточится, и он мне должен будет сделать. Он, кстати, тоже смотрит мое видео. И он уже знает, что его ждет. Он сейчас в командировке. И когда он приедет, через несколько дней, через парочку, он мне эти лампочки прикрепит. Так что придется немножечко еще подождать, помучиться. Вот. То есть орхидейкам еще потерпеть придется. Так, лампочек у меня 5. Вот, кстати, пятую я вот не знаю, как я там буду крепить. Там наверху у меня крепеж такой для... Ну, то есть она будет просто не по центру, наверное. Ну, посмотрим. А на остальных полках вот прямо на стекло, я думаю. Может быть, на двухсторонний скотч или... На, как он, на жидкие гвозди, наверное. Ну, не знаю, как мой муж решит приклеить. Мне уже все равно, лишь бы приклеили. Так, здесь. Вот так она будет. Ну, в принципе, как на моей той полочке. Так они там также у меня приклеены. Вот так их видно. Все. Все будет замечательно. Вот здесь на коробке написано, что рекомендуемое расстояние до листьев не менее 30 сантиметров. Поэтому я думаю, что у меня очень даже нормально. Кто-то мне писал, что не низко ли у меня лампы висят. Ну, вроде не низко. Нормально. Вот, кремовое свечение. Это то, что я, в принципе, искала. Ну, чисто вот на глаз незаметно, что они имеют какой-то оттенок. Но если взять обычную лампу, не фито, белую, да, я делала эксперимент и включила эту, и включила белую обычную. И тогда только видно разницу, что это имеет какой-то оттенок. Здесь вот, кстати, нарисовано на рисунке, что видно. А вот те лампы, которые 10-ваттные, они вот именно вот так выглядят, как здесь нарисовано. Поэтому я сомневалась и вытаскивала лампу из коробки, чтобы посмотреть. Вот сам колпак этот, матовый или прозрачный. Потому что у меня же есть такая же точно лампа, но только 10, да, которые там тоже продавались. И здесь прозрачное стекло. Сейчас я вам покажу. У меня на окне они висят. Вот, видите? Это лампочка, которую вот я вам снимала в Леруа. Это вот она. Я не знаю, она так особенно не бьет, конечно, в глаза. Но, может быть, если на каждую полку повесить, то это будет, конечно, возможно, вечером утомительно. Не стала я, короче, рисковать. Вот и купила все-таки ту. Ну, в общем, когда буду вешать, я вам покажу. Или покажу, когда уже повесим. Но все покажу. Ничего от вас не утаю.
Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.